Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. А ну-ка, что нам тут достанется? Ух ты, форсаж. Гаражный реквизит. Так-с, у меня есть? Есть, ребят, откроем. Так, и здесь тоже откроем. Открыть 3 сундука. Задание завершено. Так, это нам не нужно. Редактор треков меня не интересует. Так, новое задание. Завершено. Новый костюм водителя. Самоцветы. Оу, новый костюм водителя. Викинг, ребята. Так, крылья. Ускоритель дым, 12 тысяч. А что так много наград-то всяких? Это за что такое, ребят? Новый костюм водителя. Так, зимние шины, ускоритель дым. Приобрести багги для песка. Новый костюм водителя. Но это, наверное, новый не костюм водителя, это новая краска для машины, скорее всего, ребят. Согласись. О. Открыть 10 сундуков. Форсаж, а на что форсаж? Оу. На... Так, выиграть 2 кубка у нас. Так. Нормально. Вообще великолепно. Ну что ж, друзья мои, так, задание еще завершено. Еще 5000 и поросенок. Так, обновить Hill Climb МК 2 раза. Так, здесь сундук. Задание завершено. 56 тысяч. Так, результаты. А, мы победили. Гаражный реквизит опять же получил. Сколько у меня там денег, сейчас интересно мне знать. Да не надо мне это сейчас. Подключение к чату, что-то... Так, задание опять завершено. Слушай, ну мы с тобой набрали тут шлемаков всяких. Так. У нас по-русски там? По-русски. Чики-бомбони. Бомбонир. Так, друзья мои, взлет с земли. 2 этапа. Взлет земли. У меня почти лям, ребята. Мне можно... А что мы с тобой прокачивали? Мы же это прокачали, да, это прокачали. Призы соревнования позже. Опять же, позже. Ну, танк точно я пока прокачивать не буду, как бы. По-моему, вот это мы с тобой остановились. Мне даже не хватило денег, ребята, докачать. Не хватило, лям было и не хватило. Ладно. Так, ну что, берем нашу раллийную автошку. У нас новый шлем. У нас где-то тут новое лицо, вот он, викинг. И новые штаны. Давай что-нибудь подберем. Давай такого возьмем. С таким двигатель на голову себе нацепил. И довольный. Ладно, ребята, взлет с земли. Прыгающий, это новые трассы какие-то. Подожди, а почему я один? Я не могу понять, почему я один-то? Ядрен, матрен, нифига я тут. Я что взял-то вообще? Это соревнования, что ли? Да нет, какие соревнования? Где все? Почему, ребят, я один? Как не могу допетрить?
Игорю что там пропустил. Ну и нормально я проехал. Что я могу сказать? Почему я один? Здорово, Рэй. Так, что у нас там это? Я же на кубках. Почему я в кубках один, ребят? Вот. Странно, почему-то я в том заезде был один. Здесь, вон. Фига я тут лупанул. Совсем как крэзи. Нет, нет. Ну как же так, ребята? Ну как можно было так лопухнуться, как обосранец, а? Ну как, а? Ну что ты еле едешь-то, а? Какой-то отстойником я себя чувствую, честно. Ну правильно, правильно. Давай. Совсем, ребят, разучился ездить. Все, байкер докатался, ребята. Если я правильно понял, у него закончилось горючее, да? Проедь 1700 метров. Ну, проехал я. Не надо только мне вот с горючим, пожалуйста. Не надо меня подкалывать с горючим. Есть. Фух, ну вторая позиция, ребят, все-таки. Или мне кажется, или... Трассы как-то поменялись. Твою-то налево. Фига там байкер. Только мы умные, да, самые? А тут-то высоко полетел. Вообще ничего не вижу. Блин, все равно второй, ребят. А у меня получается какое... Третье место, что ли? Да, ребят, третье место. Ага, задание еще завершил. Готов. Так, получи 250 времени на вертушке. Не хочу эфирного времени. Эфирного времени. А что значит эфирного времени? Я уже подзабыл. Что-то у меня машина иногда прям вообще зверь. Иногда просто как трахома едет. Я не знаю, с чем это связано. Да ну ты посмотри, этот чмо меня еще обогнал. Ну как он мог-то, блин? Я скорость не снижал, это говно собой. Да потому что, ребята, у них, скорее всего, прокачаны машины. Я-то не прокачиваю машину, я, блин, приобретаю. Точнее, прокачиваю машины, но не прокачиваю там движки или еще что-нибудь. Ну нахрена ты, блин? Бесит. Идиоты, я думал, что он встанет на колеса. Хрен там он тебе встал на колеса, блин. Там еще и фура. Друзья мои, когда ХКР 3 появится? Кто в курсе? Кто знает? Ну вот это идиотизм. Ну полный, ребята, идиотизм. Да что такое-то? Вообще не могу прокинуть. Не могу ехать и все. Просто не получается. Просто падаю, разбиваюсь на всяком... На всякой шушере, блин. Обожаю вот эти вот уровни, блин. В кавычках, конечно же, друзья мои. Конечно же, в кавычках. Да ненавижу я эти домики, блин. Ну. Баранки гну, блин. Ну кому, ребят, ну кому, ну танку, блин.
сосать танку, прикинь. А потому что я говорю, я ненавижу, ребята, вот эти вот домики, через которые нужно прыгать. Это бесявая фигня, просто бесявая фигня. Давай, родной, выжимайся все там, что можно и нельзя. Зашибись, у меня еще и горючее, ребята. А оно внизу было. Ну не дебилизм ли, а? А вниз горючее не надо ложить, да, блин? Надо обязательно наверху его было воткнуть. Твою налево. Да тут понятно, нет, какое тут уже первое место, блин. Ёк-макарёк. Все, совсем трассы все позабыл, ребят. Да, ну тут... Какое там место у меня? Второе, я удивлен, ребят, что второе место. Когда ролик? Завтра, наверное. Может быть, в лучшем случае. По скоростному спуску. По скоростному спуску, ребята. Слушай, ну скоростной спуск обычно мы на... А, это зимний скоростной спуск. Вот я и получил 200 эфирного времени, друзья мои. Надо было... Это в воздухе, что ли, получается, 200 эфирного времени? Наверное, в воздухе надо было, ребят, провести. Совсем лопухнулся. Фига меня там расколбашивает. Иди нафиг. Хе-хе-хе. Ну тут хоть умудрился. Так, у нас еще, ребята, гонка. А байк-то что? А что с байком-то случилось? Там я так и не понял, ребят. Он там неудачно как-то Ау! Меня вообще тут колбасит, штырит, блин, не по-детски, ребят. И опять второе место. И опять второе место. А по итогу первое почему-то. Непонятно почему, ребят. Но я этому рад. Я этому очень рад. Так, забираем здесь. Забираем здесь. Так, обнови хил Климп МК-2 20 раз. Что значит обновить? Присоединиться... Командным матчем. Выиграть 15 кубков. Открыть 20 сундуков. А тут что у нас еще? А, это новости. События. 30 тысяч. Ой, 3 тысячи, ага. Так, ой, Каптан Вавилон, ребят. Это же ночной город. Ну это вообще трэш. Пипец. Ну, конечно же, моя машина хрен поедет, блин. Второй. Я второй, ребят. Я думал, что я последним еду. Нет, я еду вторым. Точнее, третий я думал, что я еду, потому что первый ехал. Там непонятно, кто вообще вторым ехал, если честно. Ну, ну что ты? Стебилизм, а? На крышу, он даже на крышу. Все заехали на крышу. Мой водитель ни хрена, ребят, не смог на крышу заехать.
Зашибись. Ребят, вот это как называется? Просто взяла тебе, блин. Это, кстати, уже было у нас как-то в прошлой серии или в позапрошлой серии, когда также я ехал, и меня этим мостом, блин, прибило, блин. Пипец какой-то. Я в шоке. Я в шоке, ребята, я сделал здесь. Я сделал здесь всех. Тут буста не было, ребят. Во. Что-то, по-моему, мне такое ощущение, не? Не подфризивает? Или у меня же в глазах подфризивает? Отлично. А, тут 4 гонки будет. Тут 4, друзья мои, будет гонки у нас. Не, по-моему, все-таки есть какой-то микрофриз. Может быть, даже макрофриз. И у меня же самого просто в глазах все рябит. Ребята, 3 гонки, 1 место. То есть можно спокойно расслабить булки, уже все. 1 место нам здесь обеспечено. Ну, это не говорит о том, что на последней трассе ты должен сопряжу и гонять. Конечно же нет. Тут тоже должен достойный быть заезд, ребята. Я его, благо, сделал, ребят. Просто четко. Чики-бомбони. Все как в детстве. Как в детстве. Ну давай, что там за детали? Управление в воздухе, я понял. Да, я открою это все барахло. Блин, я все... Так, открыть 20 сундуков, награда. Новый костюм водителя, ребят, получил. Присоединиться к мероприятию сообщества 4 раза. Обновите часть настройки 10 раз. Завершите сезонную трофейную дорогу. Что это за задание, блин? Сезонную дорогу какую-то. Такое ощущение, как будто у меня год здесь не было в этой игре. Все что-то поменялось, какие-то задания. А этой тачки пока нету, да, ребята, которая новая была? Я смотрю, ее пока тут. И ее, ну этот, да я даже не вижу, чтобы гонщики на ней ездили. Ты понял, про, как она, не тракфут, а как называется-то? Да этот-то как на своем говне здесь хочет еще прокатиться, а? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Эта трасса явно не для этой машины. Хотя он второе место занимает. Я в шоке. Я в некоем, ребята, шоке. Сейчас прибываю. Ух, все, ребята, кроме одного. Все разбились, кроме одного, прикинь. Большой воздушный кубок. Да, я большой воздушный кубок попробую прокатиться. На чем ты прокатишься на большом воздушном кубке? Давай пробуем на фуре. А вот там, кстати, машина, по-моему, ребят. Нет, не та. Да-да-да, нам крыльев не хватает. Нам не хватает с тобой крылышков. Барбекю. Крылышков барбекю. Слушай, мы что-то так оторвались от всех. Довольно серьезно оторвались. Отрыв был великолепный. Машинка-попрыгунчик у меня. Так, есть. Есть контакт, ребята. И последний заезд у нас. На большом воздушном шаре полечу я. Ну, прекрасно.
Так, давай, 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 дожимай, парень, дожимай. Отлично. Великолепно. Так, мы здесь с тобой заработали. Я хочу получить вот эту зеленую, ребята, впрыскалку, как она там. Я уже не помню, как она называется. Давай попробуем на этом барахле прокатиться. Ай, у нас же нет защиты. Ну, я имею в виду защиты в плане шлема там или еще что-нибудь. Серьезно? Такой носок впереди меня убивает, ну просто, ребят. В плане лофую. Иди ты в пень. Фига она жрет. Лофую, прикинь. Блин, ну что-то меня такой расклад не устраивает вообще, ребят. То есть на ней надо еще за бензин, за бензином смотреть, любоваться. Вот, например. Че баги там вытворяют, не пойму я. Вытанцовывает мне там, понимаешь ли. Ядрен матрен. Все равно первое место. Ну, когда я открою это барахло. Хоть бы раз бы дали вот эту вот новую деталь, которая появилась в игре. Пукалку эту, блин. Так, кубок в воде городская. Так, подожди, а если попробуем на маслкар? Фига там чувак втопил. А, так он на это едет. Понял, ребят. Он едет на нитро. Я не знаю, как ему тут горючего, если честно сказать, хватило. Так у него еще вон. У него мало того, что это, еще и вот эта фигня зеленая, про которую я вам говорил. Которая дает впрыск, ускоритель, короче. Баран, а. Просто баран. А что случилось-то с ним? А, друзья мои, что там случилось? С парнишкой-то. Я не знаю, что там это, но он разбился. Я второе место получил. Но тут разбился, хватит. Не знаю, как там получилось. Давно не было воды, друзья мои. Глубоководное погружение у нас. 300 лет не было в воде. Опять. Ты видел старт его? Пипец. Ядрен матрен, ну что это такое? Это одна трасса, да? Это, ребята, у нас идет одна трасса. Эх, чуть-чуть, ребята, чуть-чуть не хватило его, этого засерю обогнать. Совсем маленечко, буквально капельку. Опять в воду дают. Нет, а тут-то, конечно, во, вот эта тачка, ребят, новая, вон она, с большими колесами. Что-то он, походу, там приплыл.
По-моему, чувак на байке на своем докатался тут. Есть. Это явно трасса не для его паршивого этого самоката. Вот это вот, да, конкурент, ребят. Да, блин, еду. Чё делаю, непонятно. Да ты не вздумай перевернуться. Ну! Пипец ты, блин, засранец. Чуть-чуть, хоть начал там бултыхаться, говноед, блин. Нафиг он начал дергаться, как паралитик. Блин, крышу сорвало. Да слов нету, просто бесит, ребят. Начал там передергивать, блин. Начал на заднее колесо. Нахрена он начал это делать, блин? Вообще не понимаю, блин. Мне горючее, ребят, сейчас кончится. Нормально, финиш. Фух. Ну и что, какое место? Первое. По туннели. Ну, туннели, ребят, сами знаете. Вот. Он опять, ребята, едет вспрыском с этим. Кусок дебила. Вот в первый раз, ребята, вот так вот и вообще получается. Там кто-то размазался. Я еще и последним еду. Да. Че, горючка кончается. Нет уж, давай возьмем с тобой горючку. Вторым приехал. Потому что остальные все отдуплились у нас там. Только за счет этого я и приехал вторым, да? Ну там я, конечно, сейчас... Тихо. Вот сюда надо запрыгивать. Это я уж помню, ребят. Это я благо помню, куда надо запрыгивать. Как там байки, ну, в пещерах вообще гонять удобно. Он же без защиты, ребят, без шлема. У него любой там удар и все. И... Тю-тю. Сушите весла, господа. Я защитой-то не могу тут нормально порой проехать, а без защиты. Я уж вообще промолчу. Ну что, нормально, нормально мы прочесали здесь. Первый снег календаря ждет меня на улице. Фига там бронетанк, ты видел? Скин такой, блин. Это что за тачка? Это же раллийное авто, да? Фига, скин прикольный, ребят, мне нравится. Такой броневичок. Ну, такое сразу складывается ощущение, что ему очень тяжело ехать. Такой прыгает. Прыгающий броневик, скажем так. Ну почему ты, гнида? Ты... Ну как, ребят, он обгоняет? Я не пойму, блин, вот этого дебилизма. Я ни на секунду не скинул газу, он меня, блин, обогнал на финише. Чё у него там, блин, срабатывает? Я не знаю, блин, турбулентность или чё, блин? У него из жопы этот торчал, блин. Который... Жи, я скажу. Я же думал, этот паршивец еще тут нагнетает. Нет, мы его дрючили. Так, мы с тобой еще один сундук уже приобрели. Хоть бы что путевое дали, а, ребят?
Хоть бы что дали путевый, нет. Ничегошеньки нормального не дают вообще. Все старое барахло. Ускорители, это то, что мне вообще не нужно, ты понимаешь? Тун-ту-ду-дун-тун. Музыка такая, как будто в Колизее. Тун-ту-ду-дун-тун-тун. Слушай, ну я маслкар обогнал. А тут три маслкара, ты серьезно? Я один против трех масл... Да? Прикинь, ребята, блин, фартануло, блин. Один против трех маслкаров. Так, так получилось, сейчас я такой лечу-лечу. Думаю, нет, нафиг, надо приземлиться. Видишь, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А я дурака врубаю. Сам виноват. Сам виноват, надо было, ребят. Да как? Ну а что надо было? Что я мог там сделать? Блин, меня подкидывает здесь, твою мать, как не знаю кого. Ты на колеса будешь вставать, 3 часа переворачиваться, блин. Все, последний, короче. Нормально? Прокатился, блин, идиота кусок. Да. Миля в пустыне. По-моему, пора, ребят, не машины качать, а, по-моему, пора прокачивать наши тачки в плане скорости, вот этой всей ерунды. Достало меня просто уже это в корень, если честно. Вот это вот обсирательство, блин. На каких-то гонках. Надо же прокачивать движки, колеса. Вот это все, что нам нужно. Деньги хоть будут куда-то вложены, а не вот в это вот барахло, что мы с тобой качаем, блин. Конечно же, пещеры, блин. Там горючка, ребята, у нас. Есть. Взял. Фью. Ну давай вниз тогда уж. Чё? У нас защита-то осталась еще, нет? Тут одна гонка, ребят, походу дела, да? И я ее сделал. Ну, да. 30, друзья мои, самоцветов. Фух. Так. Прокатимся, посмотрим, что у нас тут, друзья мои, интересного. И я взял неподходящую, по-моему, машину для этого дела. Блин, пипец трасса, да? Что-то как-то... Так, ну здесь пляж. А что это у меня там секунды летят, что-то непонятно. Плюс 0,5 секунд, плюс 0,5 секунд, это что такое? Штраф за превышение времени. За что? Штрафанули, блин. За какое превышение времени?
чё я превышал? Давай, есть, вытянуло. Блин, когда ты один ешь, такая благодать, ребят, так тихо, спокойно. Никто... Да куда ты лечишь-то, придурочный? Пипец, идиота кусок, а. Полетел куда-то назад. Я немножко хотел тихонько... Помчался, блин. Сейчас еще возьмет горючее. Молодец, просто красавчик. Пипец какой-то. Да что с машиной-то, а? Ну, горючее пока есть, блин. Вы сейчас серьезно, блин? Я до финиша вообще доеду? Доехал. Пипец. Да. Давай на тракторе поехали. Красиво. Да, такое, ребят, себе. Ну что, все, на сегодня, ребят, закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.